Так, летние женские брюки, Англия, категория экстра. Попробую найти размер. 42 указан, то есть 48 российский должен быть. Состояние хорошее. Обычно, когда я показываю экстру, больше обращаю внимание на состояние. Эсприт размеры 40-42. Это, кстати, у нас бриджи или бермуды, кому как удобнее. Так. Тут размер примерно средний. Тоже вот состояние хорошее. Эска. Тоже вот в отличном состоянии. Без брака. Без пятен, без дыр. Что у нас тут еще может быть? Так, бренд TSN, размер 38-40. Тоже в хорошем состоянии. Сорок второй размер указан, большой размер. Так, ну какое-то небольшое пятнышко есть. Просто не знаю, до чего докопаться. Экстра все-таки. Надо докопаться. Так, next. Размер небольшой. Бренд Гардия, размер 44. То есть большой получается размер бриджи. Бенотти 40 указан. Должен быть 46 теоретически российский размер. Так, здесь у нас 100% хлопок написали, мои донейтеры написали, а размер, к сожалению, не указали. Ну ладно. Размер примерно элька. Эсмара. Так, вот новая с этикеткой, бренд Esprit. 42 указан размер европейский. То есть 48 российский должен быть. 42-й. Опять-таки, не маленький размер. Обычно в этих мешках на позиции всегда вот такие вот маленькие были. Как вот эти, например. Но тут в этом мешке конкретно больше, по-моему, больших размеров, нежели маленьких. Аймису 36-й размер. Ну вот на карту пошли маленькие размеры. 20-й указан. Тоже хлопок в составе. XL. Мешки, кстати, небольшие, примерно по 7,5 килограмм. Бренд Oliver 44 размера. Так, здесь у нас 42 указан размер. Это Esprit. Сороковой. 40-42 даже. Это так примерно. И последнее. Хотел сказать брюки, но это не брюки. 40-й размер бренд Champ. Это бриджи получается. Из мешка все показали. И на этом все.